В очередной раз мы приехали с очередным красивым проектом. Мы – это центр «Амурский тигр». Вот есть идея на площади общей 16 гектар создать комплекс, который прежде всего будет нести просветительскую функцию и будет посвящен нашему герою «Амурскому тигру». Я, как вот в недавнем прошлом губернатор области, могу сказать, как люди откликаются с душой, когда ты создаешь вот именно такие объекты. Парки, скверы. Ну, тем более здесь мы говорим еще и такой парк по-настоящему природный. Создание этого центра – это новый шаг и сохранение тех животных, которые не могут жить в дикой среде. Безусловно, здесь будут представлены им самые комфортные условия.